композиции актриса Юрия Весняка сложность произведения переплетается с чувственным исполнением. Автор – наш современник, при этом в музыке сохраняет верность заветов великих мастеров – Глинки, Рахманинова и Прокофьева. На сцене Ольга Сафронова сама, как актриса. Яркое платье, распущенные волосы. Образ продуман до мельчайших деталей. Это неудивительно. Она – опытный участник и призер музыкальных конкурсов. Занимается флейтой 5-й год в Барвихинской музыкальной школе. Сегодня я разыгралась, пошла на сцену и с душой сыграла. Если Ольга играет на флейте, то Арсений выбрал для себя кларнет. Инструмент стал популярным благодаря своему особому тембру. Юный музыкант из Домодедова к конкурсам относится философски, старается не переживать. По поводу переживать нет, но не особо, а под конец, смотря как сыграющий, смотря как знаю партию, в принципе. Выбрать лучших в 5 категориях – флейта, кларнет, саксофон, медные духовые, ансамблевое музицирование. Задача непростая, по мнению членов жюри. А оценивать юных исполнителей приехали специалисты из лучших музыкальных вузов страны. В первую очередь, конечно, профессионализм, звукоизвлечение, интонация, музыкальность, владение нотным текстом. Ну и, конечно же, артистизм, фазировка и так далее. Конкурсу в Лесногородской школе искусств больше 12 лет. В этом году 112 музыкантов приехали из 21 городского округа. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».